посланием от князя Владимирского Александра. Добром вам пожаловать. Коль с добром пришли, то просим вас ко двору варежскому. Желаю вам всем добра и здравия. Дружина моя, пропустить гостей. Староста, встречайте гостей хлебом да солью. Наш мальчик. Да, добрый день, Сергей Васильев, белая береза. Я помню, ранила береза осколком бомбы на заре. Студеный сок бежал, как слезы, по изувеченной коре. За лесом танки грохотали, клубился дым пороховой. Но мы столицу отстояли, спасли березу под Москвой. И рано, ранненько весною, она зеленая опять, оделась новую листвою и стала землю украшать. И с той поры на все угрозы мы неизменно говорим: родную русскую березу победу больше не дадим. Молодец. Давайте и вы поучаствуйте, да. Пожалуйста, расскажите по глазам нашим героям. Рады вас видеть в наших краях. Испокон веков варежане занимались собирательством. Вот и сейчас мы занимаемся заготовками иван-чая, а также мировое. Очень полезное растение для красоты и здоровья. Хотим вам вручить. Будьте здоровы и красивы. Спасибо большое. Я могу. Еще.
Можно еще? Спасибо. Спасибо, девочка. Спасибо, красавица. Ну, спасибо вам. Мы поехали дальше. Вам хотите только. Ну-ка, посмотрим, как. О, большой улов! Полметёрка, точно. Вон он и стоит. Все с малого начинается. Ой, какая красота, какая красота. Вот, а какая вообще рыба-то здесь ходит? Так, мишки есть. А, угу. Щуки очень много. Зеленый налим. Можно посмотреть? Щуку не надо съесть. Два? Два, три. Нет, три, пять. Так, я говорю. Очень красивенько. Ой, урой. Хороший урой. Понравилось? Угу. Угу. А потом вообще родник там. Родник пришли. Вон там. Стоять. Нужно комиссию. Тебе поцеловала бы, милый дорогой, только на свидание не ходи с другой. Ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидание не ходи с другой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Я умею чуточку колдовать, цепи мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ну чего, ну покажите, что? Мы все.